Добро пожаловать на курс. Мы преподаватели Томского государственного университета. Светлана Велединская, Надежда Зильберман и Дарья Маслова. И мы приветствуем вас на нашем курсе. Мы надеемся, что настроение у вас отличное и приглашаем в небольшое гастрономическое путешествие. Гастрономическое? Да, по шведскому столу преподавателя, то есть по открытым образовательным ресурсам. В первом модуле мы как раз с вами познакомимся с концепцией открытых образовательных ресурсов, узнаем, что это такое, какие бывают виды, и посмотрим самые интересные коллекции. Во втором модуле мы познакомимся с открытыми лицензиями, научимся их читать и применять к собственным ресурсам. В третьем модуле мы с вами будем практиковаться, использовать открытые ресурсы и даже их создавать и публиковать. В четвертом модуле мы собрали для вас лучшие практики от преподавателей ТГУ и других российских и зарубежных вузов по применению открытых ресурсов в собственной образовательной практике. Курс насыщен дополнительными материалами. У нас есть много видеоинструкций о том, как их использовать. Так что смотрите, пробуйте и делитесь с другими. Да, в конце курса вы создадите свой собственный открытый образовательный ресурс, опубликуете его и представите на оценку коллегам. И также ваши коллеги тоже покажут вам результаты своего педагогического творчества. Мы надеемся, что вы найдете такую практику для себя полезной. Ну что, все к столу? Увидимся!